Всем привет! Я нахожусь в Чеченской Республике, город Аргун. Сегодня 16 ноября 2018 года. Я нахожусь в центре Аргуна. У нас, когда я служил здесь, здесь находилась моя фишка. Мы так называли то место, где ты дежуришь, смотришь по направлениям. Вот здесь была моя фишка, и я просматривал дорогу, ведущую на Шали, и дорогу, которая ведет в Грозный. Там был рынок, а здесь, собственно, был наш блокпост. Блокпост называется Козырь. Здесь 18 января 2000 года мы обороняли это место. Огонь велся оттуда, сейчас из-за здания не видно, и оттуда, со стороны Грозного. Вот это был мой сектор, который я оборонял. Мы держались с 11 вечера там, до 3 ночи. Вот этот рубеж мы держали. У нас не было ни 300-х, ни 200-х. Мы просто отстреливались. Куда стреляли, вообще непонятно. Отвечали нам вон оттуда и оттуда. Сейчас здесь очень красивое место. Это какой-то комплекс. Я еще там внутри не был, но обязательно зайду. Очень приятно, что здесь все поменялось. Здесь реально все не так, как оно было. Вот эти вот, где дома стоят, там на этом месте был рынок. Сейчас здесь все обустроено. Рамзан Ахматович до сих пор тут строит все. Еще все обустраивается. Следов от боевых действий уже практически не осталось. Но хотя на площади Минутки я видел стену характерно простреленную автоматическим оружием. Вот он, чеченская девочка. Вот тут какая-то интересная конструкция сделана. Здесь постоянно минометным огнем обстреливали, вот тут вот дома были, и постоянно здесь мины клали сюда, вот, и слышно было, как осколки летят. Вот, ну, мы здесь в блоках сидели, блокпост, вот, как бы до нас не долетало, но мы это слышали. Очень необычные сейчас у меня ощущения. Да, это было сильно. Очень трудно представить, сколько здесь денег вбухано в это, но это стоит того. Аргун Сити. Вот эта дорога ведет на Аргун. Ну, в смысле, Гудермесская, бывшая улица. Сейчас я не помню, как она называется. Там чеченское имя и фамилия. Вот, эта дорога ведет на Гудермес, на Джалку.
у нас там был временный отдел внутренних дел, где мы, собственно, базировались. Да, это очень круто.